Москва-Баку. Сегодня рассказываем о главных событиях дня. Сегодня президент Сербии Александр Вучич открыто признал факт продажи оружия Армении, которое было использовано Ереваном во время последней эскалации на границе с Азербайджаном. Вучич во время своей пресс-конференции вынужден был комментировать вопрос журналистов о продаже оружия Армении, заявив, что это было сделано во имя спасения военной промышленности страны. Президент подчеркнул, что продажа оружия является единственным вариантом, обеспечивающим успех военного промышленного производства, и что Сербия не хочет портить отношения со своим многолетним партнером Азербайджаном. Цитата. «И Азербайджан, и Армения – наши друзья. В военной промышленности занято 17 тысяч человек, которые должны сохранить свои рабочие места. Я вас спрашиваю принципиально, кому мы будем продавать в будущем? Кому бы мы ни продавали, кто-то всегда будет недоволен», – сказал Вучич. Следует добавить, что продажа Сербии оружия Армении вызвала большой резонанс и резкое осуждение в Азербайджане. Официальный Баку назвал недружественными действия Сербии по передаче Армении минометов и другого вооружения, которое было использовано против Азербайджана в ходе пресечения армянской провокации в Тавузском направлении границы, начиная с 12 июля. Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была приглашена по этому поводу в МИД Азербайджана 20 июля. Напомним, что в 2013 и в 2018 годах между Азербайджаном и Сербией были подписаны декларации о стратегическом партнерстве и план совместных действий в рамках стратегического партнерства, согласно которому Баку и Белград признают территориальную целостность двух стран. Кроме этого, между сторонами сотрудничество в вопросах безопасности и обороны определено как одно из приоритетных. Сегодня стало известно, что в Азербайджане с 5 августа смягчается особый карантинный режим. Власти приняли решение отменить СМС-сообщения и открыть общественные пляжи. Как заявил сегодня во время брифинга помощник президента Хикме Гаджиев, ситуация в стране находится под контролем и наблюдается позитивная динамика. При этом представитель администрации президента добавил, что Азербайджан держит в центре внимания и вопрос разработки вакцины. По его словам, с компаниями, производящими вакцины, налажены деловые связи. Однако, с учетом динамики распространения вируса COVID-19 до 31 августа, особый карантинный режим будет введен в городах Баку, Джалилабад, Гинджам, Масалы, Мингичевир, Сумгаит, Евлах, в Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмасском и Сальянском районах. По-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия, будут закрыты большие торговые центры, кроме магазинов и аптек. Сегодня стало известно, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Азербайджан направляется медперсонал из Италии. Тем временем в Азербайджане за сутки выявлен еще 241 случай заражения коронавирусом. 647 человек вылечились, сообщает оперативный штаб при кабинете министров. 6 человек с коронавирусом скончались. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 32 684 факта заражения коронавирусной инфекцией. 27 760 человек вылечились, 468 скончались. Число активных больных 4456. В Армении число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 39 тысяч человек. За 24 часа было выявлено 52 случая. Еще 8 человек скончались. Всего инфицированных 39 102 человека. Чрезвычайное положение действует в республике до 12 августа. В России за сутки в 84 регионах зарегистрировали 5394 случая COVID-19. Умерли за последние сутки 79 человек. Общее число погибших достигло 14207. Всего в стране зафиксировано 856 264 случаев. Выздоровели более 650 тысяч человек. Число новых выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло всего на 2 и достигло 1197. Вылечились 959 человек. Скончались за весь период 17. Сегодня Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе направило протест президенту Всемирной организации по смешанным единоборствам UFC в связи с тем, что на последнем турнире спортсменом армянского происхождения Эдменом Шахбазяном был вывешен флаг непризнанного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдулаева.
письме внешнеполитического ведомства подчеркивается, что этот непризнанный режим – результат военной агрессии Армении, и до руководства UFSIM доводится однозначная позиция Азербайджана по данному вопросу. Кроме того, в письме со ссылкой на правила UFC напоминается, что на таких турнирах разрешено демонстрировать флаги только международно признанных государств. Азербайджанская сторона потребовала, чтобы в отношении спортсмена армянского происхождения были приняты дисциплинарные меры за попытку политизировать соревнования, и в целом были приняты меры для того, чтобы такие случаи в дальнейшем не повторялись. Азербайджанская нефтяная компания «Сакара» отправила из порта Супсы в Беларусь 6-й танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн. Прибытие в порт Южный ожидается 4-5 августа. Отметим, что за март и июнь азербайджанская компания поставила белорусскому концерну «Белнефтехим» 5 партий черного золота общим объемом более 335 тысяч тонн через порт Одессы и нефтепровод «Одесса-Броды» на Мозырский НПЗ. По данным «Белнефтехима», Азербайджан может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 миллиона тонн нефти. Напомним, что ранее, после того, как Белоруссия и Россия не смогли договориться по цене на российскую нефть, белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился диверсифицировать поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из разных стран, в том числе Азербайджана. Однако позже России и Белоруссии все же удалось прийти к договоренностям о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Сегодня журналистка и руководитель канала «RT» Маргарита Симонян опубликовала очередное резкое заявление в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В своем посте Симонян напомнила цитату Пашиняна, отрицавшего в 2005 году так называемый геноцид армян в Османской империи, и далее отметила, что ее прабабушка плюнула бы нынешнему премьеру Армении в лицо за это. Цитата. «Теперь я понимаю, почему мой пост наделал в Армении столько шума. Я действительно не являюсь частью публики, способной радоваться власти того, кто презирает великую армянскую историю, проклинает предков и не уважает память о жертвах геноцида. Позорник и манкурт. Моя прабабушка плюнула бы ему в глаза. Позор», – написала Маргарита Симонян на своей странице в Фейсбуке. Добавим, что это не первое критическое высказывание главного редактора телеканала «RT» в адрес Пашиняна. Так, 18 июля Маргарита Симонян написала пост с критикой действующих властей Армении, назвав их горсткой вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести. Она отметила, что власти Армении наводнили страну антироссийскими НКО, которые обучают молодежь, как свергать власть в России. «Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе», – написала Симонян. Пост вызвал большой резонанс в армянской диаспоре. Позже Симонян опубликовала список представителей армянской диаспоры в России, поставивших свои подписи под обращением. В нем 26 фамилий. 28 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК попытался ответить на претензии Маргариты Симонян, но у него это плохо получилось и не совсем заметно. Это была новостная картина сегодняшнего дня. Еще больше информации на портале moskvabaku.ru. Добрых вам новостей!